Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ISX 2013 года выпуска. Двигатель 1.8, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 189 тысяч километров. Резко упала крышка багажника, газовые упоры перестали держать. Ну, быстрее всего, сначала умер один амортизатор, человек просто не заметил. А когда умер второй, он говорит, просто резко упало. Оригинальные, дорогие. Заказали амортизаторы фирмы Leisure Force, Швеция. Сейчас их установим. В оригинале номера идут левый и правый разные. Leisure Force под одним номером. Быстрее всего может быть разница в кронштейне. Ну, хотя, возможно, он зеркальный, переставляется нормально. Открываем крышку багажника. Вот так вот я подпер. Теперь снимаю пружинку, поддеваем ее отверточкой и как бы немножко сдвигаем вот взад здесь. Вот таким образом. Все, она из зацепления вышла. Теперь у нас остается только взять, сдернуть с шарика на излом. Все. Протираем шар. Теперь откручиваем крепление снизу. Два болта, головка на 10. Также маленько протру место, пыльно все. Как грязь за время прикипела. Обезжиривателем протираю. Беру новый амортизатор. Такой фирмы Leisure Force. Номер его идет для заказа 815-92-32. На какие модели подходит, в том числе ISX с 10 года. Peugeot 4008 он же подходит. Aircross подходит с 12 года. C4 даже Citroёn есть. Вот такой газовый упор. В принципе, разницы у него нету. Левый, правый. Он просто переставляется. Смажу здесь немножко литьевой смазкой. У меня аэрозольная литьевая смазка. Также пружинку эту немножко вывожу из зацепления. Вот я ее свел в сторону. Наживляю оба болта.
и закручиваю их. Поворачиваю под шар и защелкиваю его. Поворачиваем под шар, приподнимаю немножко дверь и защелкиваю упор. Все, он зашел. Завожу на место фиксатор. Все. Фиксатор у нас зафиксировался. Убираю газовый. Убираю гидростойку. Один амортизатор не держит. Поэтому гидростойку пока оставляю. Меняю второй амортизатор. Ну, как его заменить, уже не показываю. Все, заменил второй упор. Теперь убираю гидростойку. Все работает отлично. Посмотрим, сколько будут работать эти амортизаторы. Внешне они аналог оригинальным. Но сняв амортизатор, который был сильно, вернее, гидроупор, который был сильно в смазке. Вот именно вот этот, с этой стороны, он один был нерабочий. А второй, который правый, который я заменил первый, он рабочий. Я его сжать рукой не могу. Если посмотреть на полу. Так что у хозяина есть один запасной целый газовый упор задний. А так крышка багажника теперь держится без всяких подпоров. Нормально открывается сама и сама закрывается. Все замечательно. На этом замену газовых упоров крышки багажника я закончил. Всего вам доброго.